За этот край любой из нас готов бросаться в схватку голыми руками. Именно эти строки поэта Сергея Берсенева стали девизом концерта в поддержку специальной военной операции. Просторный зал Дома культуры «Буревестник» в Молокове был наполнен неравнодушными людьми, настоящими патриотами. Хочу вам сказать огромное человеческое спасибо за вашу поддержку, за то, что вы верите в нашу победу. Все пацаны, которые там на передке, все на 100% выполняют свой воинский долг, который велела им Родина. Это герои, это наши патриоты, это те люди, которые, у которых осталась и честь, и совесть, и достоинство, и патриотизм, и идеология именно защиты своей Родины, защиты малой и большой. Инициатором мероприятия совместно с общественной организацией ветеранов «Боевое братство» выступила Московская областная организация Союза писателей России. Творческие люди уверены, что такие акции очень нужны в нынешнее сложное время, которое вновь проверяет русские души на прочность. Сейчас важно помогать и словом, и делом. Сразу пришла на выручку всем тем, кому помощь эта очень нужна. Мы выступаем в госпиталях, работаем с ранеными, даем концерты и делаем очень-очень большую работу. В течение всего вечера звучали трогательные стихи и песни. Также на сцене показали свое боевое искусство юные спортсмены из Академии традиционного карате Киокушинкай. Порадовали зрителей и звездные коллективы муниципалитета Гюнеш и Млада. Их душевное исполнение и аутентичные сценические образы никого не оставили равнодушными. Заберу с собою я земли цыгов, пусть она в чужой стране меня спасет. Организаторы планируют проводить подобные патриотические литературно-музыкальные акции и дальше. Екатерина Коваленко, Сергей Ларин, Гульнара Балаева. Видное ТВ.